Всем привет, мои дорогие подписчики! Если вам нравится то, что мы снимаем, обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ссылочка в шапке профиля. Кто-то от меня ждет, наверное, сегодня какое-то упражнение, а упражнений не будет. Почему у меня сегодня такой вид? Потому что я впала в детство. Обычно люди в день рождения впадают в детство. У меня сегодня день рождения. И у меня такой девиз: могу, хочу и буду. И вот каждый день рождения, даже каждый день, я сажусь на шпагат. И это не прихоть, я просто проверяю свой биологический возраст и проверяю, могу я или не могу. Вот сегодня тоже я сейчас попробую, а вы посмотрите, и потом дома попытаетесь повторить. И на самом деле неважно, 20, 30, 40, 50 или 60 вам. Чего вы, оператор, сморщились? А разминка? Никакой разминки, мы будем садиться без разминки, и даже без бокала, и без вокала. Вот. Если я могу, значит, у меня все хорошо. Левый, пожалуйста. Это такой тест. Можно жить дальше. Правый у меня всегда был отвратительный. Но, вау, без разминки, как говорит видеооператор. Я могу. Короче, всем хорошей субботы, а меня с днем рождения. Всем пока.